Так, ну что, вопрос на 1000, на 100 рублей, на 10 тысяч в наших случаях чаще всего. Я вангую, что это будет самый просматриваемый видос. Короче, есть Яшик и Мат, 4G, ля-ля-ля. Есть те, кто их любит, есть те, кто типа не любит, тыры-пыры. Есть экспонометр. Экспонометр, как правило, пиздит. Похеру на выдачу, короче, буду материться, как что хочу. Но его можно отъюстировать. И был или есть, я уж не знаю, некий персонаж, как Ace Ax или Ax Ace, я не знаю, который прям вот фанат Яшек, именно Гэшек, именно, значит, Тырыпыры, который очень занимался этим, но упоминания о нем в основном теряются где-то в сети, там, 8-13 год. Хотя я, по-моему, видел его на Авито когда-то. Он что-то такое продавал, тоже Яшковское. Не знаю. Он юстировал. Но по факту, соответственно, на русскоязычном, значит, в просторе рекомендации о том, как юстировать, отрегулировать экспонометр, нету. Как бы тайна, покрытая сия мраком, есть. Но перед этим я сделаю видео бонус, как разбирается шахта. То есть понятно, что для юстировки надо снять шахту. Вот. И шахта, соответственно, чаще всего пыльная. Вот. Поэтому как разбирается? Вы ее вынули. Здесь вот две прижимочки. Таких вот, да. И одна пружинка, которая, собственно говоря, отвечает за открытие. Вообще их должно быть две. То есть она вот там подкручена и вот она. И вот она, да. Где-то здесь. Вот она, пардон, вот она. Вот. Вообще их должно быть две. Но на этой камере почему-то одна. Как говорится, художественный фильм спиздили. Вот. Бог бы с ним, ее тут хватает. Здесь два стеклышка, одно линзу Френели, второе матовое. Между ними набилась пыль, на них набилась пыль и так далее. У них вот две таких прижимки. Мы на них нажимаем и сдвигаем. Ну вот, у меня мой любимый инструмент иголочка в ручечке, в деревянной, у кого-то, как говорится, как что есть. Вот, сейчас благополучно застрял. Вот, раз прижимная пружинка вылетела, ура. Два прижимная пружинка. Все. Вы разобрали. И вынули. Как ты сказал, все и не разобрал. Прошу прощения. Тут вот еще вот этот вот упорчик. Надо, видимо, спереди вынимать. Да, вот так вот. Вот так вот. Раз и выдвигать. Стараясь не поцарапать ничего. Можно выдвигать. Вот. Штука нужна для вот той как раз пружинки, но как бы здесь она просто нам немножечко на старте мешается. Сейчас вот я из-под нее вытащу, вытолкну. А, нет, даже не она, просто краешки. Еще вот эти чуть-чуть мешаются, понятное дело, да? И выталкиваем. Раз, вот у нас, соответственно, с налипшей кучей френелька. Матовое стеклышко. Его вот, кстати, аккуратно надо делать, потому что если здесь упорочек, вы можете просто треснуть этот упорочек. Вот. Поэтому аккуратненько, пожалуйста. Или уж вообще не трогайте, промойте вместе с шахтой. Я вот сейчас скажу, да ну вас нафиг. И просто унесу под горячую воду с зубной щеточкой и с мылом. С этой стороны протру, с этой стороны протру, промою, вымою всю пыль. Хотя вообще тут как-то рамка должна выниматься. Я что-то типа ослабил. Тут даже как-то рамка вынималась. Вот это вот. Блин, мне было выяснять. Простите. То есть рамка с стеклом тоже как-то вынимается. Может так сдвигается? Нет? Не хотит. Ослабить пружинку. Блин, так не хочу ослабить пружинку. Уж по собственному опыту я знаю, что потом хрен на место поставишь.
Но так вредно сидит. Ладно, в целом вы поняли идею. Я не буду сейчас тут кочевряжиться. Типа, как это вот этот вкладыш с пленочкой, вкладыш с ней, он тоже сидит и чем-то прижимается. О, можно вот так вот сделать. Просто снять шахту. Ладно, хорошо, снимем. Не шахту, это снимем. Освободим все-таки эту пружинку, которую я очень не хотел освобождать. Вот она вот так вот вынимается, выпадает. Просто ее потом заправлять. Блин, пардон, я, наверное, чуть-чуть не так сместил. Короче, освобождаем эту пружинку. И у нас снимается, соответственно... Блин. Ну, снимайся ты, раз уж ты начала сниматься. А, да, пардон. Я понял. Вот эта вот штука не снялась. Тут типа есть какой-то угол открывания, через который она вынимается. Вот эта вот толкалка. Вот эта вот толкалка. Вот эта. Ну, не толкалка, просто шипик. Но ее надо как-то поджать, из-под нее вынуть. Вот так вот. Да, там он. Ступчик. Второй. Ее надо поджать, как-то выправить одно из-под другого. Ой, господи. На самый элементарный этой. На самой элементарной функции по разборку я умудрился как-то застопорить все. Сейчас. Еще немножко, еще чуть-чуть. Я там вон ее выдвину, чтобы она вышла из зацепа. И как-нибудь ее выну. А, ну да, тут еще с той стороны. Блин, да чтоб вас обоих. С одной стороны она... Ну, понятно, что это стопора. Все, я начинаю нервничать, паниковать, орать, как Илья Исаакович при чистке кальмара. Если кто не знает, это типа отсылка к этому, к повару всея Руси Илья Исаакович Лазерсону. Да, тут вот так вот как-то. А, ну вот, все. Вот до этой позиции доходим и здесь вынимаем. И типа он должен сняться. Там, видимо, какой-то. Все еще раз. Вынимайся. Блин, слушайте, я не буду. Сейчас, слушайте, реально, как бы я немножечко статы уже. Ну, в целом, вы поняли. Промываем, достаем, собираем обратно, чистим от мусора. Я вам там потом мусор вычищу, который до этого не вычищал. Шут бы с ним. Откладываем. И не просто так. Здесь. Когда мы сняли шахту и сняли потом здесь вот пластиночка. Она у меня сейчас лежит в спирте, отмокает. Там уплотнитель наклеенный, остатки, чтобы смылся. У нас вот такая вот тема появляется. И вот здесь еще стоит шестереночки, которые я сейчас снял, которые отвечают за пленку. Нет, по-моему, в Телеграме. Да, в Телеграм-канале я просто понавыкладывал сейчас уже несколько коротких видосиков, как это делается. Смысл тут вот в чем. У нас, по сути, три, на самом деле четыре, но типа базово три точки регулировки. Вот эта крутилочка, то есть мы ослабляем винт, и вот этот вот рычажок, который передает данные от выдержки, да, вот этот вот рычажок, который передает данные от выдержки сюда, в механизм перекосов, он, соответственно, отодвигается, придвигается, соответственно, показывает разную степень воздействия, скажем так. Вот, то есть... Тут даже не множитель, он как работает, а просто чуть сильнее воздействует от передвижения вот этого вот рычажка, или чуть проще воздействует. У меня он примерно под 45 так зафиксирован, нормально. Им можно чуть-чуть подрегулировать. А регулируется им что? Вы, например, на одном и том же источнике света проверяете попадание в экспозиции с одной выдержкой, одной диафрагмой. Потом меняете выдержку, например, там с 500 до, например, 1/15, да, и регулируете уже заново, значит, смотрите диафрагму. Естественно, вы это все сравниваете с показанием внешнего экспонометра.
Вот. И если есть некоторый разбег, то можно выбрать некоторую среднюю выдержку и в ней подрегулировать чуть-чуть в плюс или в минус, попасть в центр, то есть как бы в обе стороны будет более-менее ровно. Вот. Дальше. Два потенциометра. Вот они. Раз и два. И как я узнал с одного сбугорного сайта, левый отвечает за экспозамер в темное время, то есть при недостатке света, ну, прям при искусственном освещении. Правый отвечает за яркий свет, то есть днем, например. То есть, скажем так, если мы считаем просто в экспозиционных числах ЭВшки, да, то, соответственно, это где-то там до десятки, или там до девятки, да, а вот этот уже там 10, 11, 12, 15, 15, если что, для 100-миллиметрового, для пленки ISO 100, 15 это яркий солнечный день. Спиной солнца, когда снимаем, это у нас пятнашка обычно. Вот. Я просто говорю в ВВшках, потому что я уже запутался в выдержках и диафрагмах, не буду сейчас ничего говорить. Соответственно, когда мы подгоняем вот эти данные, при работе по яркому источнику света мы крутим вот этот потенциометр, при работе в тусклом мы крутим этот. Этим мы стараемся нивелировать разницу между, короткой выдержкой и длинной выдержкой. Потому что это все немножечко нелинейно, и вот эта штука должна это все делать. Значит, с чем я столкнулся, обломался? Вот это самое главное. Темный, светлый, то есть, чтобы вы понимали, да? У меня кстати, вот это стоял чуть-чуть положе, а вот это, наоборот, по-моему, более горизонтально. В шорте можете посмотреть, я уже точно не помню. Вот. Но при всем при этом я не попадал. Я возился, 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 и все равно мне не хватает регулировок, чтобы знать. Сейчас тут нет батарейки, поэтому, если что, стрелочки не работают. Вот. Но потом, сейчас, секунду, я цеплю этот и расскажу. Странно. YouTube показал странные звуки. На самом деле, это просто я смотрел стрим, и там человек. Так, да, пардон. Вот так вот. Если вы слышали странно пошедший звук, это у меня Яшика задела пробел. Она вот когда на этой, на не очень хорошо себя ведет, устойчиво. Еще я руками размахиваю. Вот. А, значит, да, вот как раз эта защитка, вот на ней отмокла вся эта ханька-дрянька. Вот. Так просто, раз уж я взялся это все чистить, бросил в спирт. Так вот, я заказывал две батарейки РЦ. РЦ-53. У меня они пришли с датировкой, с даты производства 23-й год, хотя можно вызвать с гарантией, но будем считать, что как бы плюс-минус они в норме, типа того. Вот. По вольтажу они выдают 1,3447, то есть 1,35 по сути-то. Ну, там плюс-минус погрешность, да, то есть батареечка более-менее рабочая. Может быть, не мега свежая, но более-менее рабочая. Так вот, у меня есть еще Olympus, которого точно такая же батарейка, и которого я, в общем-то, никогда эту РЦ-шку не покупал. Пользовался батарейками для слуховых фотоаппаратов, для слуховых аппаратов, прошу прощения. Вот. Они не очень долго живут, и она не очень точно давала мне здесь, показания. Но я заметил, что если перед съемкой немножечко пощелкать выставление не выдержек, а чувствительности пленки, то набрасывая от базовой, например, от 200-й, 400-ю или 500-ю, или даже, по-моему, 800-ю, я уже даже не помню точно, вот,
Экспонуем, то начинает работать более-менее правильно. То есть набрасывая стоп или два, экспонометр начинает работать. Я думаю, давай проверю. Вкручиваю сюда RC-шку. В первый раз она увидела RC-шку. До этого увидела только слуховые. И она абсолютно, значит, стабильно показывает разницу в стоп. Вот на 200-й, на ISO-200 она ровно, стабильно показывает замер для сотки. Поясню, как делается, в принципе, этот, как бы стенд, как это сказать, для экспозамера. Выбираете некий равномерно серый, равномерно белый объект. У меня как бы в комнате такие серовато-пестрые обои. Я просто нашел более-менее ровную стену там на спальном местом. Блин, я невнятно говорю, я порезал язык о зуб, продолжаю периодически резаться, поэтому прошу прощения. Вот. Если кого-то прям вот мега раздражает, ну и нахрен. Значит, все равно хрен вам, кто снимет такое видео. Реально, по-моему, нету больше нигде. Вот. Я обнаружил, что он проебывает ровно стоп с RC-шной батарейкой. То есть не с RC-шной, я еще понимал, там нелинейное и все остальное. Но с RC-шной он проебывает ровно стоп, при этом как бы абсолютно нормально, значит, работая на разных выдержках. То есть показывая стабильное попадание. Так вот, да, как это делается? Светите на каким-нибудь нормальным постоянным источником, на стену, меряете отраженный свет рядом с камерой, значит, другим экспонометром, ну или там, значит, вот так прям подносите, вот глазок это, да, или телефоном, как удобно. Я проверял телефоном, этим в основном пользовался, телефоном я как бы контролировал, то есть два экспонометра. Вот. И считаем, что за, вот, замеренные показания у нас точные. Выставляем, соответственно, там, например, 8500, да, 8500. И потом начинаем крутить нужный нам потенциометр в зависимости от степени яркости. То есть, если это 8500, это как бы ярко. Сейчас вот я поменяю, это будет 16-15. То есть, как бы это вот яркий солнечный день у меня сейчас, такая яркость. Для ISO-200, ну, все равно. А вот, ну, 15 для сотки будет нормально. А вот, значит, начинаем крутить с нужный потенциометр, совпадая, подгоняя красную стрелочку, которая сейчас у меня вот куда-то туда убежала, ровно в прорезь желтой. Не просто рядышком, а в прорезь. Вот. И если у нас совпадают, точнее, если мы выставили, потенциометр подгоняем. Если все получается, например, вместо 500 меряем свет, ну, это как бы кратно просто перемножает, ему пофиг. Вот. И проверяем, например, на 1/30. Такое ощущение, что я уже это говорил. Не знаю. Вот. И проверяем на 1/30. Если здесь совпадают, ура, мы попали. То же самое, если нужно прям ярко-ярко, можно если нужен прям яркий источник, то можно, вот как у меня вот сейчас вот наверху матовый софтбокс висит, прям на него направляете и меряете по нему. То есть, когда на ярком свете, то есть на правой этот потенциометр делать. Когда на левом, можно как бы не слишком мощную лампу направлять на стену, мерить по стене. Вот. Я сейчас даже показал, но это все вот где-то там стоит. Если вы смотрели сегодняшний шортс про экспонометрию, там как раз сцена видна. Ну или как обычно, заходите в телеграм-канал, там дохрена обрывочных видео и голосовых, потому что я делюсь буквально в процессе, подснимаю что-то. Иногда не столько как бы для людей, сколько как бы самому зафиксировать какую-то мысль. Вот. Потому что шорты я в минуты чаще всего не вписываюсь. Приходится нервничать, дергаться и вся фигня. Вот. Короче, там в описании ссылка на телегу. На мой сайт, который непонятно зачем. Ну ладно. Так. Вы уже все забыли, о чем я говорил, да? Вот и я забыл. Короче, здесь
тоже селеновый экспонометр, тоже на 1,35 вольта, тоже дает просадку, точнее, просто дает просадку на стоп. Я думаю, давай я здесь тоже, ну тут сейчас его нет, поставлю 400, а мерить буду для 200. И что бы вы думали, в этом случае у меня прекрасно, то есть как бы я здесь поставил 400 и считаю, что у меня здесь 200 нарисовано. Экспонометр прекрасно отрегулировался. Нету никаких вылет. Ну, какие-то там чуть-чуть есть, но не критичные, потому что как бы, ну, чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже ты основной экспонометр там замеряющий поставил, он плюс-минус треть стопа кидает всегда. Потому что как бы смотрит. Вот, где-то там чуть меньше отражений и все остальное. И он прекрасно на выставленных мною двухсотках, на выставленной двухсотке, отградуировался, отработал. Я выставил вот этот в нужное положение, я выставил этот потенциометр, то есть внешне я прям буквально лампой светил, там с 2 метров я подобрал, так чтобы вот эта штука показывала круглое число, то есть там не 16, там третьих чего-то, а вот прям вот. Прям вот. Ну давай. 17, да? Вот, то есть лампы подвигал, поймал и ровно по нему выставляешь. Потом направляешь лампу в стену, получаешь темное освещение и крутишь уже левый потенциометр. Проверяешь на высоких, на коротких выдержках, на длинных выдержках. Все работает. Всего лишь показатель счетчика здесь проебывается на стоп. Скорее всего, и здесь, это связано с деградацией. Но не с моральной всеобщей деградацией, привет ТикТока трендом, да? Вот. Что-то как старый пердун начал это все делать. Ладно, бог с ним. Короче, не с моральной стабильной деградацией, которая сейчас в тренде, а с деградацией селенового экспонометра, который здесь и вот здесь они, да, располагаются. На стоп. В принципе, по моему опыту, стоп или два, там плюс-минус какое-то, это, ну, нормальное состояние проеба ПСО. То есть, если вы пленку берете на стоп за 5 или за 10 лет, по-моему, за 10 лет теряет стабильно, цветная, например, вот, и так далее. И эти тоже деграднули на стоп. Они, по-моему, примерно одинакового года рождения, ну, там плюс-минус 5 лет. Вот. Хотя, возможно, в них в обоих вкорячивали 1,5-вольтовку, и у обоих они как бы тоже деграднули на стоп. Потому что из этого вот я извлек 1,5-вольтовку, уж не знаю, сколько она в нем работала, а сколько просто висела. Вот. Есть шанс, что он вообще не работал, то есть ее туда вставили, а перемотка тут так и не работала же. Вот. Все, что у меня осталось, вы не поверите. Залезть внутрь. Вынуть оттуда колесико, отвечающее за показания ISO, с его, собственно говоря, наклеенной шкалой из фольги напечатанной. Отклеить, поставить метки напротив 400, 200 и 100. ISO, вот их видно, эти меточки. И переклеить Divinus на одну ступень. Все, я отградуировал экспонометр на целый стоп просто с помощью клея момента. Понятно, что это как бы не то, что прям вот ремонт-ремонт, который должен быть прям ремонтом-ремонтом, но современные проблемы требуют современных решений. Вот. Поэтому сейчас вот я ее приклею, соберу обратно, вставлю этот, значит, движочек туда. Там тоже, кстати, был некоторый запас вот этой штучки. Он тоже стоял с некоторым запасом. И тут прям видно, что эти вот их прям печатали в расчете под то, что потом они подогнутся по месту. То есть как бы их там выставят на 100 ISO или на сколько-то. Отградуируют, там подгонят экспонометр. И наклейка этой штуки, так сказать, зафиксирует рабочее ISO. Вот. И сейчас я сделаю, собственно говоря, то же самое, что делали мастера при сборке. Вот. Вот такие вот забавы с яжикой. Говорят, что со 124 без Г
без Г. Такой фокус не проходит. У них там какой-то один потенциометр, он закрыт. Не уверен. Я, точнее, я видел задние эти, ну, фотки задней части, но я, ну, вот этой части. Но я не стал в них копаться, потому что я слишком пытался найти историю про своих, значит, игрушек. Вот, про свою игрушку. Соответственно, ура. Я сейчас склею, еще раз проверю, например, завтра на свежую голову. И буду отправлять заказчику на посмотреть, на поснимать. Вот. Понятно, что в каких-то крайних случаях он все равно будет немножечко проебываться по экспозиции. Ну, как бы, извините, возраст стиленовый экспонометр, это все-таки, ну, не хай-тек технология. Вот. Но, тем не менее, пожалуйста. Возможно, это первое, возможно, последнее видео по листировке Яшики, именно экспонометра. Теперь уже без каких-либо... Великая благодарность чуваку с какого-то англоязычного форума, который нарисовал, значит, схему. Если вам интересна схема, переходите в телеграм-канал. Короче, все я туда скинул. Вот. Но в целом, левые темные, правые светлые, степень воздействия и переклейка из сошки. Вот. То есть зачастую достаточно, то есть тут я не могу сказать, чтобы я даже очень сильно что-то двигал. То есть зачастую достаточно просто проверить, при каком ISO ваша яшка будет давать правильные показания на длинных, коротких выдержках, при каких ISO, значит, они будут совпадать. То есть там померить для 100, да, типа вот такое, или там для какого-то еще, да. То есть главное убедиться, что у него нет разбега, вот как бы между длинной и короткой, чтобы как бы вот этой линейной, нелинейной не было, потому что эту штуку придется подкручивать. Ну или там как-то чуть-чуть подогнать. Вот. А здесь достаточно будет реально вынуть вот этот вот блочок и поставить метку, посчитать, насколько надо его сместить. И все. Возможно, я только что как бы лишил каких-то ремонтников яшек работы по великой тайне. Если бы я планировал зарабатывать, я честно скажу, я бы тоже не сказал. Вот. Потому что тайна сии великая есть, но я не планирую зарабатывать. Ну, то есть, как бы я планирую зарабатывать, но именно тем, что я это буду делать, если кому-то нужно. Вот. Каких-то глобальных... Опять я сюда напылил, как не в себя. Вот. Каких-то глобальных тайн из этого я делать не вижу смысла. Потому что, ну... Без этого есть что тайно рассказывать.